Так, закончилось действо возле яхт-клуба, яхт-клуба «Посейдон». Хотелось бы подвести небольшие итоги. Ну вот у нас тут мы встретили Ивана Устимовича Куяна. Вот, он нам расскажет о своих впечатлениях. Иван Васильевич, какую организацию вы сейчас честь имеете возглавлять? Значит, я являюсь руководителем Кременчугской общественной организации «Нового Акуля» Куян Иван Устимович. Я назвал вас. Ваши впечатления? Значит, меня привело на это собрание выступление господина Кармазина, депутата Тазовской районной рады, по Кременчугским вестям по каналу «Ултава». Я считаю, начал человек за здравие, закончил за покой, восхвалять нашего доблестного мэра Бабаева Олега Мейдановича. И я сам по собственной воле пришел сюда посмотреть на это шоу, иначе его не назову. Специально приехал за час до этого митинга или, может быть, собрания. Собрание. Где видел, как людей подвозят автобусами, маршрутками. Да. Подтверждаю, Иван Васильевич. Даже с Раковки сняли маршрут, чтобы людей подвезти. 25-й маршрут сняли для того, чтобы возить людей сюда. Вот. А все заключается в простых бизнес-разборках. Когда здесь был заброшенный пляж, а это я видел сам лично, с кучами мусора. Да, мы живем здесь, рядышком также мусор валяется. Да, значит, то этому никому ничего не надо было. Как только здесь начал возводиться яхт-клуб «Посейдон», тоже не было никаких шевелений. И вот он построен. Построен и буквально уже начал вводить действия как рабочее предприятие. И, наверное, приносить доход. Да. И тут кому-то захотелось это действующее процветающее предприятие прибрать к рукам. А может быть, просто потому, что это была некая месть за недавно прошедшие выборы? Я не исключаю эту возможность. Не исключаю, потому что на выборах, я считаю, это мое личное мнение, визит поступил объективно, когда не позволил депутатам нашего горсовета лить грязь на одного из кандидатов. Я считаю, это недопустимо. Ты можешь в личной беседе обозвать его разными словами, но вещать это с экрана телевидения, с телевизора, это, я считаю, это очень некрасиво. Некрасиво, и это возмутило действующую власть Кременчуге, которые поддерживали кандидата и сейчас уже якобы зарегистрированного Шаповалова Юрия Анатольевича, то тут, естественно, меня это все и привлекло пройти сюда, на это собрание. Моя точка зрения такова. К сожалению, в прошлом году наша организация была ассоциированным членом Всеукраинской общественной организации «Антирейдерский союз предпринимателей Украины». Исполнительный директор Семидетько Андрей Андреевич проводил с нами семинары, проводил с нами такие в Киеве, мы собирались, он с юридической точки зрения посвящал нас тонкости рейдерских захватов, как отбиваться от рейдеров. И сегодня на этом собрании я принял решение поехать в Киев до Семидетько Андрея Андреевича, исполнительного директора антирейдерского союза, и попроситься назад. Потому что я вижу сейчас в Кременчуге рейдерство у нас цветет и процветает. В прошлый четверг, значит, мы были на презентации книги директора ВЕПРа. Это уже известная, говорится, машина не только в Украине, за рубежом. Был на презентации книги. Вот. И там я услышал и видел страшные вещи. То есть, опять же, предприятие, которое лежало, которое не работало, которое разваливалось на глазах, попало в хозяйские руки. За 5 лет было вложено много труда, нервов, здоровья, и это предприятие сейчас стало процветающее. И кому-то захотелось его забрать. Кому-то опять в городе. Та же самая была ситуация и... А ведут ли эти дорожки туда же, на улицу, на площадь Победы? Да, это все Белый дом. Белый дом. Потому что сейчас ни одно решение без хозяина города не принимается. Высшего должностного лица, как он себя называет. Да, высшее должностное лицо, это точно. Главный дворник и главный сантехник. Ну,
можно так, можно так назвать, потому что по крышам лазит. Это очень тяжело. Да, это у него это не отберешь. Ну, по крайней мере, кроме разметки и покрасных бордюров. А во дворах жуть. Ну да, я сам живу на Красина, двор, ну, правда, дворника убирают, но, по крайней мере, я не скажу, что большие изменения в лучшую сторону произошли. Вот, значит, что я думаю по поводу сегодняшнего собрания? Нельзя людей привлекать в бизнес-разборки, ни в коем случае. Есть для этого прокуратура, есть для этого суды. Если человек не прав, пожалуйста, лишайте его всего, что он приобрел нечестным путем, и на этом останавливайтесь. Но зачем привлекать сюда людей? Тем более сегодня я узнал еще одну такую для меня шокирующую новость. Рядом есть обводной канал, по которому есть фекальная станция, которая перекачивает это все в Днепр. Рядом с Посейдоном, который... Это сзади, помимо водоканала сзади меня, да? Да, значит, рядом есть хозяйство господина Антипова, нерадивого предпринимателя, у которого скоро дебаркадер уйдет в воду от дырок. И вот у него там в этом затоне, ну не знаю, вода с обводного канала идет к нему в затон, а дальше и в Днепр, наверное, идет. Конечно. Куда смотрит санэпидемстанция? А есть ли она у нас сегодня? Санэпидемстанция. По-моему, ее уже нету. Вернее, она существует, но на бумаге, она да. ручная у да, нас. Да, да, да. Я согласен, потому что господин Самойленко на выборах себя показал. Да, мы это видели. Видели и слышали, и нам звонили, нам говорили. Так что... Тяжело, как? Тяжело придется тяжело нам. Очень пробиваться в этом городе, высветить, говорится, правду. Но это не центр коррупции, конечно, всей Украины, но мы находимся в центре, и, да, к сожалению, мы ощущаем центр, да, центр это все. Это Украины, и оно, мы это, на нас мы тоже это ощущаем. Ну что, Иван Акимович, давайте будем вести возможную работу по выявлению всех этих негативных фактов и знакомить наших кременчужан, а также пользователи моего канала на Ютубе с этим безобразием. Еще пару слов. Значит, да, пожалуйста. Нам надоело вот эта разрозненность среди наших общественных организаций. И, наконец-то, мы уже нашли общий знаменатель к тому, чтобы объединить порядка 10 общественных организаций в Кременчуге и поставить перед горсоветом, перед фактом, почему указ президента о создании громадских организации рыбацкие при горсовете для контроля за действующей властью в Кременчуге до сих пор есть. Нету. Есть, но это те организации, которые явно подыруют нашему народу. Ну хорошо, спасибо, Иван Васильевич. Всего доброго.